Ассаламу алейкум, талғамы таудан биік телекөрермендер, эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Бүгінгі арайлы батқан күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегі үрдістен жаңылмай, бүгін біз сіздерге қызықты айдарлар, сүбелі сұхбат және әуелеген әсем ән тілейміз. Доброе утро, страна! Доброе утро, любимый город Кокшетау! Доброе утро, дорогие телезрители! Пусть этот день начнется с хорошего настроения и замечательных новостей. В эфире утренняя программа Кокше Нура. Ал эфир тізгінде әдеттегідей менің ешкіммен салыстырылмайтын әдемі де көрікті әртпесіміз Алина Дюсекеева. И мой прекрасный, замечательный соведущий Абзал Болтабаев. Құрметті телекөрермендер, олай болса, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды әдеттегідей әсем әнмен бастайық. А я также предлагаю посвятить музыкальную композицию всем, кто сейчас нас смотрит. Шаг шаг, я не вижу, что с кем ты.
рухты әнін тыңдап көңілдеріңіз бір серпіліп қалса, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тілеймін. Эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Бізге хабарласып, өздеріңіздің көкейде жүрген сауалдарыңызды қойып, және жақындарыңызды бүгінгі меншікті мерекелеріңізбен құттықтай аласыздар. Ал біз Зарина екеуміз сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуге әрдайым дайынбыз. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Абзал, у меня к тебе такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, с чего начинается твое утро? Мен әр таңымды бір кесе кофе, не болмаса, шайдан бастаймын. Ну, мы с тобой перед тем, как выйти в эфир, очень рано просыпаемся, собираемся, я это все прекрасно понимаю. Вопрос такой, ты делаешь зарядку? Успеваешь? Жоқ, негізе таңға жаттығуларды істемеймін, бірақ та істеу керек екенін білемін. А я предлагаю прямо сейчас для тех, кто не сделал зарядку, и нам вместе с тобой присоединиться к нашим спортивным наставникам, которые покажут нам несколько интересных упражнений. Я құрметті телекөрермендер, әріптесім айтқандай, таңғы жаттығуларыңызды естен шығармағандарыңыз үшін көтеріңкі көңілде таңғы жаттығуды бізбен бірге жасаңыздар. Доброе утро, меня зовут Виолетта, я инструктор групповых программ фитнес-клуба Shape. Сегодня мы с вами проведем разминку на основе аэробных движений. Руки на пояс. Начинаем с головы. Вниз. Наверх. Немного быстрее. В сторону. Быстрее. Полукруг головой вперед. И назад. Круг плечами назад. И вперед. Хорошо. Руки открываем в стороны, открытый шаг. Разворачиваем корпус. Тянемся рукой в сторону. И по диагонали наверх. Хорошо, снова плечи. Добавляем круг рукой. Еще 8. Две руки. Хорошо. 4. 3. Меняем. Степ тач в сторону. Приставной шаг. Отлично. Еще. Руки работают вдоль корпуса. Меняем захлёст. Пяточка до ягодицы. Попробуем 2-2. Хорошо. И колено одно. Хорошо. И попробуем 2-2. 2. И 2. Отлично. Хорошо. Раскачиваемся. Уходим в выпад. Рука касается пола. Остались, стоим. Прокачиваем таз в пол. Еще немного. 8. 4. 3. Корпус развернули. Толкаем правое бедро в пол. Еще 8. 4. 3. Толкаем левую ногу наверх. Выпрямляем носочек левой ноги на себя. И еще 4. Отлично, меняем ногу. Перешли.
прокачка. Еще немного. Дышим вдох-выдох обязательно. Развернули корпус. Толкаем левое бедро в пол. Еще немного. Выпрямляем правую ногу наверх. Носочек на себя. Хорошо, еще 4. 3. 2. Вернулись в центр. Собираем ноги вместе. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. Еще глубокий вдох. Выдох. Наша разминка на этом закончилась. Хорошего дня. Спасибо за внимание. Для тех, кто только включил телевизор, хочу напомнить, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенура. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам в студию, передать привет и поздравить именинника с днем рождения. Также хочу отметить, вы можете написать нам в мессенджеры WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах, и мы с Абзалом обязательно прочтем ваши сообщения. Я хурмет телекөрермендер, эфирде Кокшенура таңғы таңды көңіл ашар бағдарламасы. Ал енді біз әріптестеріміз айында келесі қызықты Хайдара кезек берейік. Әлемде талай қызық бар. Барлығымыз бірге тамашалайық. Англияда Йода есімді 4 құлақты мысық өмір сүреді. Оның иелері Тед және Валерия Рок мысығын түрлі жануарлар дәрігерлеріне көрсеткенінде мысықтың артқы құлақтары бар екендігін, десе де ақыл есі дұрыс, есту мүмкіндігі де ойдағыдай екендігін айтқан. Қытайдың Гуандун провинциясында мысықтармен тамақтанудың ешқандай ерсілігі жоқ екен. Оны дайындау үшін мысықтың терісін сыпырып тастап, тірідей күйдіріп пісіреді. Мұны білгенде Пекин тұрғындары орталықта ереуілге шыққан. Манчжукин өте ерекше мысық. Қарапайым мысықтармен салыстырғанда бұл мысықтың денесі ұзынырақ. Сондықтан да оны такса деп атайды екен. Ал басқа дене пішінімен ішкі және сыртқы құрылыстары басқа мысықтардікіндей. Америкада Даниэль есімді 26 саусақты мысық өмір сүреді. Мысықтар тек адамдардың назарын өздеріне аударту үшін ғана мияулайды екен. Нью-Йорк қаласында Соломон мен Бруно есімді бір жынысты мысықтар жұбы өмір сүреді. Бұл шоуды Олес Плейс атты мысықтар мекені жасаған. 1963 жылы Францияда ғарышқа алғаш рет мысық ұшырылған. Фелисет есімді мысық жерден 200 километр жоғарыға ұшып, қайта аман сау оралған. Мысықтың адамды тістеп алуы өте қауіпті. Соның кесірінен жылына 100-ден аса адам көз жұмады. Мысықтардың көру мүшесі адамдардың көру мүшесіне қарағанда жақсы жұмыс істейді. Өйткені олар қараңғыда да көздері жанып, біз көрмейтін заттарды көз нысанасына ала алады. Құрметті көрермендер, эфирде Кокшенура таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, яғни бізге бүгін мың бұралған бишілер шалқыма би ансамблі келетін болды. Біз бүгін сол қыздармен, яғни осы жылғы жоспарлары, өткен жылы қандай жетістіктерге жетті, біз бүгін осы түңірікте әңгіме өрбітетін боламыз. Ну а пока наши гости готовятся к выходу, музыкальный клип вашему вниманию. Шалқыма жыны. Yeah.
На этой музыкальной ноте мы продолжаем. Напоминаем вам, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшинро. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам в студию, передать приветы, поздравить именинников с днем рождения. Также вы можете написать нам в мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. И, конечно, задать интересующие вопросы нашим гостям. Совсем скоро мы с ними познакомимся. Ал кунақтарымыз келіп жайғасқанша, бүгінгі күндеріңізге жұлдыздар не дейді? Жылды жорамалды барлымыз бірге тамашалайық. Овен. День может принести большие перемены. Чаще всего они происходят в личных отношениях, которые становятся более теплыми и доверительными, чем раньше. Вы можете обсуждать с близкими самые разные вопросы, не опасаясь, что возникнут серьезные разногласия и дело закончится ссорой. Телец. Отличный день для того, чтобы заявить о себе. Кто-то еще не знает о ваших способностях и талантах? Поторопитесь это исправить. Ненавязчивая самореклама оказывается очень эффективной. Окружающие верят в вас и предлагают что-то интересное. Вероятно, успехи в работе и учебе. В обоих случаях достичь их помогают старые и новые знакомые. Близнецы. Вы отлично справитесь с каким-то важным делом, если не станете отвлекаться на все подряд. Полезно будет ограничить контакты, сократить общение с людьми, которые любят вести долгие разговоры ни о чем, спорить о незначительных вещах. Деловые встречи будут удачными, если вы проведете их до полудня. Позже достичь каких-то договоренностей станет гораздо сложнее. Рак. Подходящий день для решения многих вопросов, которые в последнее время не давали вам покоя. Вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее, чем раньше, поймете, что делать дальше. Деловые и личные отношения меняются к лучшему, в случае любых разногласий удается достичь компромисса. Лев. Подходящий день для публичных выступлений. Вы найдете чем заинтересовать слушателей. Они будут благодарны за информацию и вдохновение, которое вы подарите. Привычные дела даются легко, вы справляетесь с ними даже быстрее, чем ожидали. Вероятно, неожиданные встречи и приятные знакомства. Дева. Никуда не спешите. День отлично подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, навести порядок, избавиться от того, что стало ненужным. Для новых начинаний момент сейчас не самый благоприятный. Трудности могут возникнуть уже на первом этапе. Не всегда союзники оправдывают ваши ожидания, поэтому лучше рассчитывать на собственные силы. Весы. Вы не фантазируете, не витаете в облаках, а занимаетесь настоящими делами и добиваетесь реальных успехов. Правда, не все замечают ваши достижения, но это и к лучшему. Оставаться в тени сейчас выгодно. Возможно, необычные деловые предложения. Часто они исходят от людей, с которыми вы и раньше плодотворно сотрудничали. Скорпион. Отличный день для работы, учебы и прочих полезных занятий. Вы увлекаетесь начатым делом, не отвлекаетесь на пустяки, пока не доведете его до конца. Появляются новые союзники, благодаря им многое становится проще. Вы прислушиваетесь к хорошим советам, чужой опыт оказывается полезным. Появляются необычные идеи, которые вскоре удастся реализовать. Стрелец. Отличный день для тех, кто не боится экспериментировать, браться за новые дела и искать собственные пути к цели, вместо того, чтобы следовать чужому примеру. У вас появляются идеи, которые окружающим могут показаться странными, но даже скептики изменят свое мнение, когда вы добьетесь первых успехов. Козерог. Ищите союзников. Сегодня у вас есть шанс встретить людей, которые действительно заинтересованы в реализации ваших планов и готовы во многом помочь. Часто они действуют совершенно бескорыстно, но даже в таких случаях вы находите способ отблагодарить их за поддержку. Сотрудничество будет плодотворным и долгим. Водолей. Нет такой преграды, которую вы не сможете преодолеть, если захотите. Вашей изобретательности многие позавидуют. Идеи, которые появляются у вас сегодня, иначе как гениальными не назовешь. Окружающие понимают это, поэтому охотно помогают вам в реализации задуманного. Возможно, необычные, но очень заманчивые предложения о сотрудничестве.
Рыбы, на пути не возникнет непреодолимых преград. Все начатые дела вы быстро доведете до конца. Вероятность споров невысока. Если какие-то разногласия все же возникают, удается достичь компромисса. Вы терпеливы с окружающими, снисходительны к их слабостям. Это подкупает. Общению с вами рады даже те, кто обычно избегает разговоров и встреч. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тіледік. Эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің студиямыздың мейманжай төріне кіріп жайғасқан қадірменді кішкентай қонақтарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Шалқыма би ансамблінің белді мүшелері Кенжетай Тамерис және Идрисова Адина. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Көңілке қалай бірінші настроение? Жақсы. Жақсы. В первую очередь мы с Абзалом хотим вас поздравить с Гран-при, всю вашу спасибо, команду, спасибо. Им тоже передайте привет, кто не смог сегодня побывать у нас на эфире. Угу. Первый вопрос, расскажите немного о себе. Меня зовут Адина, мне 9 лет, я очень люблю танцы. Очень любишь танцы. А учишься в какой школе, с я какого учусь, города? Я учусь в ВШГ номер 13 ЭКОС. Прекрасно, а ты с Кокшетау? Да. Меня зовут Кенжетай Тамерис. Мен жетінші сыныпта оқимын, маған 13 жас. Мен Чагринка негізгі мектебінің оқушысымын. Мен бос уақытымда бимен және волейболмен айналысамын. Енді Тамерис саған сұрақ. Чагринкада тұрасың, иә? Жалпы, сонда әр дайындыққа Көкшетауға келіп отырасың ба? Чагринкада шалқыманың бір арнайы несі бар ма? Жоқ, менің әкем, біз ата-аналармен тұрысуға келіп отырамыз биге. Адина Тамерис, как давно вы ходите на танцы? Я хожу 4 года. 4 года. Я тоже 4 года. 4 года. Кто вас привел туда? Я очень любила танцы, и меня привела мама. Угу. Ты, то есть, с малого возраста танцуешь дома, да, около зеркала, и тут мама решила, все, пора тебе на сцену. Да. Прекрасно. То же самое было со мной. Я начала сначала выступать как на мероприятиях, и меня родители решили отправить на танцы. Угу. Только ли танцами занимаетесь? Я нет. Волейбол? Да, волейбол, теннис раньше занималась, танцами и иногда рисую. Угу. В Чаглинке есть специальный центр, чтобы заниматься теннисом? Да. Да? Ну, помещение, точнее. Да. Угу. Жалпы шалқыманың дайындығы қалай жүрет? Аптасынан екі рет пе, үш рет пе, әлде күнде жүрет? Ну, у нас три раза в неделю, во вторник, в четверг и воскресенье. И вот, получается, перед тем, как у нас перед конкурсом, мы готовимся, несмотря на выходные, мы стараемся больше заниматься, не пропускать, не подводить хореографа, и мы усилия как принуждаем, чтобы заниматься побольше. Прекрасно. Адина, скажи, пожалуйста, вот что для тебя танцы? Что они тебе дают? Танцы для меня – это удовольствие. Я каждый день хожу с удовольствием, хоть и надо рано вставать. Хоть рано вставать – это во сколько? Это где-то в 7-8. А учишься после обеда? Да. Ага. Вы ходите в одной группе или ты в группе постарше? Я в группе постарше хожу, и получается у нас уже после обеда где-то. После 6. Обеда. Угу. Прекрасно. Вот расскажите про поездку в город Нур-Султан, про то, что вы завоевали гран-при, вообще как в целом проходил конкурс, подготовка? Мы там ходили, мы там уставали, у кого-то даже болела голова, мы там еле как ходили, сонные. А сама ты? Я иногда была сонная, иногда я бодрая была. Прекрасно. А как вас встретили? Ой, у нас как хорошо, нас всегда стараются родители быть энергичными, хорошо, прям, чтобы мы радовались, несмотря на день, ночь, нас встречают с цветами, с шариками и поздравляют нас всех. Нет, а по приезду в Нур-Султан, как вас там встретили или с кем вы ехали, с родителями? Мы, у нас получается, поехала обычно, у нас побольше родителей поезжает, но в этот раз одна родитель с нашим хореографом была, то есть у нас было 30 человек, мы поехали на поезде в Астану. Затем примерно, получается, в 12 или нет, 10, в 10 ночи вечером мы приехали в гостиницу, заселились, поужинали, потом легли пораньше поспать. Утром в 7 часов мы позавтракали, поехали на этот фестиваль. Фестиваль был Astana Global Fest. Там
получается, с 7 утра мы сначала показали наш, получается, порепетировали, потом ждали свою очередь, волновались, это было вообще неощущимые эмоции. Ожидания всегда волнительные, да? Там, получается, с младшей, потом средней, потом старшей. Мы, получается, средней и старшей, мы примерно с 11 до 12 утра в этом промежутке мы танцевали. До этого времени мы репетировали, мы очень волновались, честно говоря. А в целом, если так сказать, как вы выступили? Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. А были где-то там? Да, конечно, бывали, но мы старались, что жюри это поймет, нас поддержит. Они надеялись на поддержку зала, но все прям, ну, получается, в нашем танце мне нравится, у нас есть смысл танца, и мне нравится. Например, кошки-мышки, там сама суть то, что мышки как обманывают котов. И потом, получается, их догоняли, там прям такие эмоции были, прям зрительные залы прям нас аплодировали, очень поддерживали. А вы представляли один танец общий или разные были? Один общий танец. Один. Вот кошки-мышки, да? Кошки-мышки и бабочки-цветочки. Ну, есть группа Барбиди Вильярдинзерлой. Я. Да, у нас в основном все танцы так. Кто из вас был кошкой, кто мышкой? Я была котом, я она была мышкой. Прекрасно. Жақсы. Ой, болса, Тамерес, осындай көңіл нотада біз кішкене сәл-сәл сұхбатымыз өтірек. Біздің әріптестеріміз айындан келесі айдарға кезек берейік. Ауырмайтын, жолыз дегенше ауырмайтын емізде шипагер айдары. Құрғақ ерін мәселесімен көп адамдар таныс, себебі бұл жағдай қыздар арасында да, жігіттер арасында да кездеседі. Әсіресе күн күрт салқындаған кезде осы жағдай көп алаңдатады. Құрғақ тері қыс айында суыққа шыдамай алдымен құрғап, содан кейін жарыла бастайды. Тілінген орындарға вирустар түсіп, оның жара болуына алып келеді. Ерінде бет күтімі секілді күтімді күнделікті қажет етеді. Көшеге шықпастан 15-20 минут бұрын еріңізге ерін бояғыш жағып алыңыз. Ол сіздің еріңіздің суықтан, күн көзінен және желден қорғайды. Төрттіліктің майы да таптырмас ем болып есептеледі. Еріңіздің айналасына майлы крем жағып алыңыз. Сары май мен қаймақтың да ерінге пайдасы көп. Егер сіздің еріңізді тістеу немесе сулау секілді әдеттеріңіз болса, мұндай әдеттерден тезірек арылуыңыз керек. Бұл әдеттер сіздің еріңізге зиян келтіреді. Ерін терісіне жағымсыз әсер ететін факторлар. Ағзаның құрғауы, физиологиялық процестерді орындау үшін адам ағзасына 1,5-2 литр сұйықтық керек. Жағымсыз ауа райы. Сонымен қатар, ыстық тамақ, аллергиялық реакция, мысалы, жаңа ерін бояғышқа немесе жаңа тіс жуғышқа болуы мүмкін. Организмге дәрумендердің жетіспеуі. Ерін терісіне бірінші кезекте А және Е дәрумендері қажет. Ал бұл айтылған кеңестер пайдасын тигізеді деп есептейміз. Бастысы, ерін терісіне жағымсыз әсер ететін факторлардан қорғана білгеніңіз жөн. Дорогие телезрители, напоминаем вам, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенро, наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам в студию, передать приветы, задать интересующие вопросы нашим гостям. Также вы можете написать нам в мессенджеры WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах, и мы с Абзалом обязательно прочтем ваши сообщения. Обыск хватымызды харгарежал астырек, Тамерис Сансурак. Астанада, Елорда түрінеткен байқауда қанша би биледіңіздер? Біз айтқанда екі би биледік, кошки-мышки және бабочки, цветочки, райские бабочки деген биді көрсетті. Және де біз кошки-мышкидан бірінші орын алдық, а райские бабочки гран-при алдық. Мен айтқандай, бірінші самый младшего состава начали. Младший, средний, потом смешной, потом старший. Получается, там из разных городов были по Казахстану. Караганда, Нур-Султан, Астана, Ерментау, Степногорск, потом Екбастуск. Да, все эти города были. Самого младшего взяли гран-при и семей. Ой, прекрасно. Семей. Среднего Нур-Султан, смешной это мы, Кокшетау, и старшего было Усть-Каменогорск. Самый главный приз это был супер гран-при. Он денежный приз был 100 тысяч тенге. Из 77 номеров было. То есть каждый ансамбль по несколько номеров показывал. И вот из 77 номеров 4 из 4 номинаций выбрали 4 как
танцевальных групп, получается, гран-при. Вы в том числе. Да, и вот, которые я перечислила, все эти были средний, старший гран-при. И самый супер гран-при выиграл Усть-Каменогор, самая старшая группа. Они, получается, танцевали в паре. Девушка, они были в паре, и нам очень понравилось, очень эмоционально, мы их тоже поддерживали, тоже, и мы были тоже рады, то, что вышли вот эту четверку лидеров, мы прям так... Мы тоже очень рады за вас. А что за грамоты лежат? Получается... Можете показать нашим телезрителям, рассказать? Вот, получается, это за кошки-мышки, а это райские бабочки гран-при. Это за кошки-мышки. Да, эти вот наши медали. И вот, получается, наши грамоты, вот эти все, вот. Хорошо, а вот вы говорили, второй, получается, райские бабочки, да, танец был? Да. Там тоже с каким-то смыслом идут они? Да. Или как? Да. Вообще, это... А в чем суть? То, что там бабочки прям расцветают, там в начале, потом идут наши четыре солистки тоже. Если вы посмотрите, вы сами суть поймете, наши зрители это понимают и прям поддерживают. Там у нас, получается, у нас еще есть такой костюм с крыльями. Мы вначале танцуем, так хорошо, мы просыпаемся, потом уже в середине танца мы одеваем бабочки, и в этот момент наш самый такой супер-пупер эмоциональный самый момент, мы одеваем наши крылья, и прям зрителям это такое ощущение, не представляю. Я сама смотрела много раз, и мне самой понравился этот танец. А когда у вас следующий концерт? Вы нас пригласите с обзала? Конечно. Конечно. Адина, вот за 4 года твоего пребывания в этом ансамбле, скажи, пожалуйста, в каких городах ты еще была, помимо Нур-Султана? Помимо Нур-Султана я была в Шымкенте. Только в Шымкенте? Да. Больше еще, пока еще никуда не выезжала? Шымкенте и еще 2 раза в Нур-Султане. А, прекрасно. В Шымкенте, вот расскажи, тебе понравилось? Как да, тебя там встретили? Да, очень понравилось. Чем запомнился город? Мне запомнился тем, что мы видели в зоопарке жирафов. Жирафа. Сол қатты есінде қалды ма сен? Если оценивать других участников с других городов, вот как ты их оцениваешь? По сравнению с вашим ансамблем? По сравнению с нашим они не сравнивались. То есть мы были лучше. Но почему-то жюри считали по-другому. Да? Почему ты так думаешь? Потому что у них не были красивые стопы, не тянули носочки, а мы все дотягивали, растягивали. Ну, то есть ты вот прям все в деталях смотрела на каждого, да? Да. Прекрасно. А ошибки видела? Вот, да, замечала? Видела. А какие у них грубые ошибки? Кто-то знал один танец, кто-то половину знал, другого не знал, другой не знает вообще танца. Да, были такие моменты. В основном это в младшей группе всегда же так. И некоторые маленькие девочки не знали движения и как смотрели. Да, жюри смотрят на вас, там они же как... Жюри самое главное у нас, они смотрят на стопы, на носочки. Как говорится, у всех есть минусы, но они как с пониманием решили нам дать гран-при, и мы очень рады были этому решению. И вот. А есть такие команды, ансамбли, которые понравились? Да. Например? Например, мне понравилась вот старшая группа с Усть-Каменогорска. Мне прям так их понравилось, их не по парам, вот как они там... мальчики-девочки? Да, мальчики-девочки, прям эмоционально. Я прям саму суть танца прям поняла, прям вошла в роль. Старались мы их тоже поддерживать, как мы. Они нас поддерживали, мы их поддерживали. Мы даже подружились с ними на каждом фестивале, как говорится. Адина, тебе? Мне понравился ансамбль «Пируэт». Ух ты! Это откуда такое? Это ансамбль с Усть-Каменогорска. Тоже с Усть-Каменогорска. Они, получается, тоже одна команда. Мне прям понравилась их суть. Прям, они, получается, средняя, старшая, младшая прям выступали. Их прям, их много было, больше, чем нас, 30. В каждом ансамбле по-разному сумма была. Где-то 10, где-то 16, где-то 5, где-то 4, где-то прям 1, где-то 30, как говорится, где-то 50. Ну, я чувствую, если вы поедете в Усть-Каменогорск, вас там ох, как встретят. Или наоборот, да? Да. Енді, біреулеріңіз үлкен группада, біреулеріңіз кішкентай группада. Садина, сіз кішкентай группада. Жалпы, екі группа біріккен кезде, жалпы, түсінбеушілік деген болмайды ма? Араларыңызды, билеген кезде? Бізде
болады, бірақ біздің хореографымыз, біздің ұстазымыз бізге тұрсады, бізге дұрстап түсіндіруге екі жақтан. Мысалы, бірінші кіші средней группе, потом старшей группе объясняет. И получается, мы с пониманием, мы понимаем то, что средняя помладше, выступаем дорогу, потом остаемся, спрашиваем на деталях прям досконально, чтобы мы прям все это поняли. Ну вот младшие детки отнимают больше внимания, да? Ну, конечно, да. Вы не поседы, честно? Честно, это младший состав, меньше наш. А еще меньше есть? Да. Получается, она ходит в среднюю. А сенинда кішкентайлары бар ма сонда? Да. Сен үлкен екесің ғой, кешілердің сіне. Она уже взрослая, да, уже оценивает других участников постоков. Адина, сен әрі сабаққа барасың, әрі биге барасың, а? Жалпы, би сенің көп уақытында алып, сабақ кішкене артта қалып жатқан жоқ па? Иногда у меня школа остается сзади, потому что иногда у нас бывает очень много репетиций перед концертами, перед поездками, из-за этого у нас создают сводные репетиции. Бәрекелді. Жақсы-жақсы, осы сұретті тағы сұрлы сұхбатымызды үзетіріп, біздің әріптестеріміз айында келесі айдары кезек білік арнамыздан алыстамаңыздыр. Остров Мадейра – главный остров одноименного архипелага, находящегося в северной части Атлантического океана у северо-западного побережья Африки. Хотя остров расположен на африканской литосферной плите, он уже почти 6 веков этнически, культурно, политически и экономически вполне относится к Европе. Принадлежит Португалии. Для отважных мореплавателей в эпоху великих географических открытий Мадейра была тихой гаванью, напоминавшей о родине во время возвращения из дальних странствий. Сегодня Мадейра у большинства ассоциируется с крепленным вином Мадейрой, названным в честь острова. Этот живописный остров часто называют «земным раем», где есть все для отличного отдыха. В столицу острова город Фуншал, благодаря прямым проспектам, зелеными парками, не без оснований называют Лиссабоном в миниатюре. Остров Мадейра является относительно молодым, возникшим в переходный между миоценный и плиоценный период, примерно 5 миллионов лет назад. Общая протяженность побережья острова составляет около 160 километров, а его средняя высота превышает отметку в 1300 метров над уровнем моря. Наивысшей его точкой является гора Пикуруеву, высота которой составляет 1862 метра. Кроме того, остров имеет две вершины, высота которых превышает 1800 метров – Пику да Штореш и Пику ду Ариеру. Пейзажи Мадейры разнообразны и живописны. Здесь можно найти потрясающие красоты густые эвкалиптовые рощи, нетронутую флору и фауну, кратеры потухших вулканов, водопады и быстрые горные реки. Остров испещрен сетью узких отрастительных каналов, леват, которые несут живительную влагу из северной его части в южную. На Мадейре можно понаблюдать за редкими птицами и млекопитающими в их естественной среде обитания, поплавать с дельфинами, слиться с природой и насладиться ощущением полной гармонии с ней. На острове имеется множество обзорных площадок, расположенных на возвышенностях. Отсюда удобно рассматривать как извивающиеся серпантины горных дорог, так и спускающиеся к воде склоны, усыпанные сверкающей на солнце белоснежной россыпью домов. Здесь также прекрасно видно границы острова, четко очерченные темные линии берега и контрастной белой линии прибоя. Мадейра – это райский уголок, одинаково привлекательный для туристов и путешественников, любителей видсерфинга и дайвинга, гольфа и трекинга, а также натуралистов, рыболовов и охотников. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тіледік. Эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Ал біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Один Адамирис, такой вопрос. Вот вы ездили в город Нур-Султан неоднократно, ездили в Шымкент. Кто вам помогает с организацией, вот именно проезд, там, питание, проживание? За счет каких средств вы едете туда? Нам, получается, все это обдумывает наш хореограф. За то ему ей спасибо. Она все обдумывает, получается. Потом наши родители... Она предлагает этот вариант, наши родители соглашаются, у кого есть возможность, но в основном это все с помощью родителей и хореографа. Угу. Родители, по-моему, в основном за счет средств родителей. Да. Угу. А есть такие моменты, вот не все же всегда гладко, есть всегда какие-то минусы в любом случае. Да. Что бы вы хотели изменить вот именно у себя в ДК Кокшетау или в ансамбле, может быть, или в хореографе? Мы хотели бы изменить, чтобы наш
гримерный кабинет был побольше. У нас очень много людей в ансамбле. Из-за этого мы хотим, чтобы было побольше. А сонда ол тар болып жүр ғой сіздерге. Да, она получается, как не всем выдается большая гримерная, и нам у нас уже как человек детей много, младшая, средняя, особенно когда вот эти сводные репетиции, бывают такие концерты, где все три группы участвуют, и средние, старшие, и получается у нас вот этот минус маленький бывает. Но мы стараемся все умещаться, помогать средним, младшим, с родителями тоже с пониманием относятся там. Там есть сонда шалқыманың үлкендер және орташа жа кіші тобында жалпы есепте қанша бала бар сонда қазір? Ну, менің ойымша 70-ден 60-тан асам деп ойлаймын. Сол барлықтарыңыз бір залда жаттығасыздар, да? Я біздің, например, мысалы вторник күндері біз балетінде занимаемыз, четверг күнде на сцене, осылай осып отырамыз. Өйткені біздің декада 6 халықаралық топтар бар, 5, яғни полянка бар. Біз осылай келісіп отырамыз концерт күндерінде, және кішкентай осылай келіспеушіліктер болады, бірақ біз оларды қалай жөндеуге тырысамыз. Все по расписанию. Да, все по расписанию в основном. Прекрасно. Адина, вот твое мнение. Ты у нас постарше группа. Тебе сложно заниматься с детками помладше? Помладше, да. Почему? Их пока успокоишь. Они же шумят очень много. Шумят много. А ты их помогаешь вот хореографу успокаивать? Да. Мы, да, побольше, как, стараемся, как... Ей сделать опору, чтобы, получается, у нас сначала идет младшая группа, потом средняя, потом старшая по расписанию. Старшая – самая последняя. Ну, когда я была ходила в среднюю группу, мы как старались ее как не трогать, не, чтобы она не переживала, особенно перед концертами, помогали, потому что мы понимаем, как наши младшие, как говорится, у всех воспитание по-разному, и мы объясняем им то, что нужно слушаться хореографа, чтобы они больше, чтобы их родители думали, усилкулись, чтобы сайдушбайны, как говорится, с пониманием относились, и мы им все это говорим, но и мы тоже стараемся им помочь. Но не всегда так получается. А давайте перейдем от темы именно танцев к вашему личному. Любимые предметы в школе? Чем еще дополнительно занимаетесь? Мой любимый предмет в школе – это в основном, наверное, алгебра с казахским языком. Почему? Для меня раньше по старой программе, сейчас все, наверное, знают, что новая программа, старая программа для меня, как говорится, была очень скучной. Не знаю почему, но новая программа для меня интересней. Мы больше работаем по компьютеру, все смотрим, проект нам для учителя прям нам стараются, особенно вот этот... Вот недавно у нас была открытая декада недели, и мы прям защищали наш предмет, мы прям с охоткой его любим, мы должны доказать то, что мы его любим, то есть. Ты любишь всегда что-то новое, да, чтобы было интересно. Да, чтобы новое интересное было, и наши учителя... как стараются провести этот урок интересным. И для меня, наверное, самый интересный бывает алгебра, казахский, наверное, английский. Жаңартылған білім мазмұнын алып жатыр ғой сонда. Я, маған ұнайды. Адина, саған ше? Мне нравится предмет математика, потому что математика – это точная наука, а мне нравятся очень точные науки. У тебя все точно. Да. Прекрасно. Ал, сабақтан тыс уақытта қандай жұмыстармен айналысасыздар? Мен мектептен келгенде бірінші анама көмектесемін, өйткені менің інім бар, мен оған қалай тұрса, оған да көмектесуге, біз екеуміз ол футболға барады, мен биге барам дегенде, мен тұрсамын, бәрін олар успевать дегенде. Сосын мен биге барам, содан кейін келгенде анама көмектесем, сабақтарымды жасайым дегенде, сосын... Ұйықтаймда таңертен солай болады. Сен бос уақытын жоқ екен ғой сонда. Адина, твой график тоже насыщенный? Да, очень насыщенный. Я по понедельникам, средам и пятницам я хожу на английский язык. В остальное время я хожу на теннис и на танцы. Ты на теннис еще? Да. И как вообще все успеваешь? Мама, наверное, твой личный этот секретарь, помощник все записывает, напоминает, нет? Нет, я сама всегда. Енді қыздар, екеулеріңе бірдей сұрақ, жалпы өскенде кім болғылары келеді, армандарың қандай? Мен жаңа ойладым дегенде, мен балалармен жұмыс істегім келеді болашақта. Өйткені
Устаз болғын келемісін? Я устаз болғын келеді, бірақ әлі түсінген жоқпын. Мектеп тема, биде ма дегенде, спортпен жақын ба. Мен және балалармен қалай отырмай, больше как физической нагрузки дегендей, больше заниматься, чтобы не сидеть. Сейчас у нас основная проблема, люди даже сидят в компьютерах, в своих кабинетах, а я хочу, чтобы моя работа была связана с детьми, и она была как живая, полезная и живая. Да. Я в будущем хочу стать банкиром, потому что я очень люблю математику. Прекрасно, здесь все точно. Дорогие, жақсы, осы сәретте сәл сұхбатымызды тұрайық. Әріптестеріміз айдан келесі айдары кезек беріп, содан кейін сұхбатымызды қарай жалғастырамыз. Қозғама жүрек жарасын, дәрісін қайдан табасын, дердіме дауа сен ғана, жағасын жанға жағасын. Жолықсақ күнде де түнде де, жүрегің ерімес мұз ба не, жанымды мұншане мұншане.
Бірекелі арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тіледік. Эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы. Осы ретте Зарина, бізге SMS хабарламалар келіп түсіпті, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Шалқыма би ансамблінің жетекшісін және қыздарды жеңгендерімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарының нәтижесі гран-при дейді. Өмірғалиева Жанар есімді Көкшетау қаласының тұрғыны өзінің ақжарма ақ тілегін білдіріпті. Және тағы да келген хаттар, Зарина, өзіңіз оқып бере алсаңыз. Народный ансамбль танца «Шалқыма» хотелось бы поздравить с победой, желаю вам добиваться больших успехов. Процветания, сил, успехов, чтобы все самые смелые идеи воплощались в реальность. Желаю объездить весь мир, чтобы страна гордилась своими талантами. С уважением, Жанна Аргуль. Зачитаю еще одно сообщение, мы просто беседовали так насыщенно, что забыли про WhatsApp. Доброе утро! Хочу поздравить народный ансамбль «Шалкама» с их очередной победой Гран-при. Большая благодарность хореографу Айгуль Жолдабаевне за ее труд и выдержку, а нашим деткам здоровья и усилия. К сожалению, не написали от кого, но тем не менее, вот такие вам пожелания. Көрдіңіз, қазір сіздерді кәдімгі Google экраннан көріп, теледидардан көріп, танып, біліп жатыр да. Енді алдағы уақытта тағы қандай-қандай сайыстарға қатысасыздар? Бізге, қалай, біз әлі білмейміз, но менің ойымша келесі кезең тағы да Астанаға барады, менің ойымша. У меня такое предчувствие. Предчувствие. А хотели бы съездить за границу? И в какой город? В какую страну? Я бы хотела, наверное, в Малайзию. В Малайзию? Да. Почему? Не знаю, потому что вот, получается, 2 года назад, или 2,5, может, года назад мы ездили в Польшу, и там я видела всех девочек со всех стран по всему миру, Малайзия, Китай, все-все-все-все, и их номера были такие насыщенные, мне прям их понравилось, и мне хотелось бы поехать в их город, страну, повидать их достопримечательности, их столицу побольше узнать. Ну, другие танцы, да. Другая культура. Да. Я бы хотела бы тоже поехать в Малайзию. Мне очень интересно, как они будут танцевать. Угу. Да. Ну вот интересно, вот чем так соблазнителен малайзийский танец? Не знаю, он был такой красивый, насыщенный, прям у них тоже такие прям супер-пупер такие фишки были. Например, в нашем танце есть всякие, например, моменты самые важные, самые такие, где нужно применять усилия, и на то и он сам, как вам объяснить, самый интересный момент для зрителя. И у них то же самое было, и я прям увидела их, у них костюмы, сами дети смешные, мы с ними даже познакомились, получается, с Украиной, там были несколько народных танцев, и мы тоже с ним познакомились, и мне было... Получается, туда хотелось бы. Вот сейчас у нас очень много телепроектов, вы наверняка видели по телевизору или в соцсетях, типа шоу-танцы. Есть кумиры какие-то среди именно этих проектов? Может быть, вообще в целом в мире или по Казахстану? Именно танцоры, любимые танцоры. Я не задумывалась об этом. Для меня, наверное, кумир – это, наверное, мой хореограф. Да? Для меня, наверное, так. Ага. Енді, қызар, жалпы, шалқыма би ансамбліне қабылдану үшін арнай кастинг өте ме, әлде келіп жағанақ өзінің несін қалдырса бола ма өтінішін? Иә, өтінішін қалдыруға болады. Бізге келеді, біз көреміз, танысамыз. Енді біздің жетекшіміз оны қарап, ата-аналарына звондап, сөйлесіп, дегенде қандай оларда, қалай, У каждого ребенка есть своя способность. Например, у кого-то лучше тянется носочек, у кого-то там такая прям хорошая там шея, или прям у всех свои есть плюсы и минусы. И этот ребенок прям, не знаю, ему нравится, и он ходит. Но да, в основном, когда нам приходят и смотрят на нас всех, им прям интересно, и приходят к нам. И мы их там встречаем как. А с вот радостью. Если относиться самокритично к самому себе, например, да, вот что бы вы поменяли в себе, или где-то вот какие-то, может быть, движения, где-то не дотягивать, где-то надо поработать над чем-то, над растяжкой там, я не знаю. Мне надо поработать над растяжкой, у меня не очень идет бадминтон. Хорошо. Получается, да, и у нас каждый вторник, например, каждая репетиция, какие-то свои занятия. Классика, диагональ, сводная репетиция. И классика это самое важное, как говорит наш хореограф, потому что мы там все тянем, самое важное, сами детали. И, наверное, я бы тоже поработала бы над классикой.
Осы ретте салыстық қуатын өзе тұрайық. Бізде аймақта, жалпы республикада сүйіншілі үйтен қандай жаңалықтар болды. Осы ретте біздің жерлес спортшыларды көптеген өңір қоржынына алтын, күміс, қола медальдер салуды. Оны келесі сүйінші айдарынан бірге тамашалайық. Ақмолалық ауыр атлетші Карина Құзғынбаева Азия чемпионы атанды. Өзбекстан елінің Ташкент қаласында өткен сайыста 81 келі салмаққа дейінгі қатысушылар арасында үздік деп танылып, алтынға қол жеткізген Карина 227 келіні еңсерген. Тұғырдың биігіне шыққан спортшы жеңісін 15-ші ақпан күні дүниеден озған белгілі жаттықтырушы бапкері Жамалыдин Панаховқа арнағанын айтады. Сүйінші, ақмолалық биатлоншылар ел біріншілігінде үздік атанды. Өңір қоржынына түрлі дәрежедегі 30 жүлде түсіп, командалық есепте бірінші орынға ие болды. Жарыс Щучинск қаласында өткен болатын. Спортшылар аралас эстафета, микс эстафета, жеке жарыс, спринт, курсит және масс-старт сайыстары бойынша бақ сынасты. Нәтижесінде ақмолалықтар 15 алтын, 10 күміс және 5 қола жүлдеге ие болды. Тағы бір жағымды жаңалық. Әйелдер күресінен Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасы Үндістанның Нью-Дели қаласында өтетін Азия чемпионатында өнер көрсететін болады. Қазақстан намысын ақмолалық спортшылар 55 келіде Марина Зуева және 68 келі салмақ дәрежесінде Альбина Қайыргелдинова қорғамақ. Қатысушылар Бозгілемге бүгін, яғни 20 ақпан шығатын болады. Құрметті көрерменде тікелей эфирде Көкше нұры таңғы таламда көңіл ашар бағдарламасы. Осы ретте қыздар бүгін біздің студиямызға келіп, әсерлі сұхбат құрғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді осы орайда өздеріңізді көріп отқан көрермендерге бір екі ауыз жылы лебіздеріңізді білдіре қойсаңыз. Я хотела бы передать своим родителям, друзьям, нашей группе Шалкме всем привет передаю, нашим учителям, которые сейчас за меня тоже, наверное, в школе волнуются. Я всем позвонила, сказала, и всем хочу поблагодарить и передать привет. Я хочу передать привет своей маме, особенно своему хореографу, своему ансамблю, своей учительнице, своему классу, своим родственникам, все и всем-всем. Привет! А что бы ты пожелала Адине нашим телезрителям? Я пожелала бы здоровья, хорошего настроения. Бәрекелді, рахмет. Құрмет телекөрмендер, бүгін бізде қонақта болған шалқыма, халықтық, би, ансамбль, қыздар көптен көріп арқа, рахмет. Женістеріңіз, шығармашылықтарыңыз көп толағай бола берсін. Құрметті телекөрермендер, осымен Көкше нұры таңғы танымды көңілашар бағдарламасының кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман сау болыңыздар. Сіздермен таңнан бастап тамаша көңіл күй сыйлаған менің әдемі де көрікті әріптесім Зарина Дюсекеева. И мой прекрасный соведущий Абзал Азаматұлы. Всего доброго, до новых встреч.